Құрметті көрермендер, бүгін сіздер мен біздер болып Наркоз 1 мен футбольный клуб Алматы командаларының арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Және ойыншылар тізімі Наркоз 1 Шахназарян Микаэл 19-шы номер. Сламжанов Ернур 15-шы номер. Абдурахманов Тимур 10-шы номер. Ибтилдаев Таниржан 14-шы номерде, және Шерім Нұрлан 5-шы номерде. Тілеухан Темірлан 11-шы номер. Шалғынбай Төлеген 12-шы номер. Жамалбай Ержігіт 4-шы номер. Корджи Язди Никита 3-шы номерде. Бірбаев Асанәлі 7-шы номер. Новоселов Максим 24-шы номер. Аксукбаев Азиз 17-й номер. Анашкин Ярослав Кушенов Әмре 23-ші номерде, және Мақсұтов Марлан 6-ші номерде, Ахметқалиев Арман 1-ші номерде өнер көрсететін болады. Ал Алматы футбол клубының ойыншыларына келетін болсақ, 7-ші номерде Құмарғали Темірлан, 14-ші номерде Ғафуров Эмиль, 17-ші номерде Жаңабаев Амирлан, Мұхтаров Тұрсынжан 6-ші номерде, Жанасов Жантемір 8-ші номерде, 20-ші номерде Қабдул Әмірлан, Тілеутай Елдос 25-ші номерде, 3-ші номерде Сатинбек Зиядин, 30-ші номерде Аралбаев Айдан, 40-ші номерде Тыныштықбай Мереке, 10-ші номерде Ақберген Абырой, Бекмұхаметов Амир 9-ші номерде, Ильчинкер Роман 5-ші номерде, 12-ші номерде Мұқан Саят, және Бабусенко Александр 1-ші номерде, Туталий Жангархан 2-ші номерде, ал 16-ші номерде Білал Заңғару ойын көрсететін болады. Ал және турнир кестесіне назар сала кететін болсақ, екі команда да алты тобында ойын өрнегін көрсетеді. Және Алматы футбол клубы турнир кестесінде 2-ші орында, олардың еншісінде 9 ойын, және оның 9 ойынның 8-інде жеңіске жетті. Біреуінде ғана жеңіске тапқан, және олардың қоржынында 24 ұпай бар. Ал Наркоз командасына келетін болсақ, Наркоз командасында 9 ойын көрсетіп, оның 6-ауында жеңіске жетіп, біреуінде тең түсіп, екеуінде жеңіліс тапқан, және олардың қоржынында 19 ұпай. Бұл көрсеткішпен олар турнирде 3-ші орында келе жатыр. Да, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приветствуем вас на матче футбольных клубов ФК Алматы против Наркоз. Алмата у нас играет салатовым. В салатовой форме. Наркоз красный. ФК Алмата у нас занимает вторую строчку турнирной таблицы и имеет в своем активе 9 игр, 4 победы и 1 поражение, 24 очка. Ну а команда Наркоз занимает третью строчку турнирной таблицы. 9 игр, 6 побед, 1 ничья, 2 поражения. 19 очков. Ну, судя по турнирной таблице, у нас явный фаворит. Это у нас ФК Алматы. Ну а как пройдет сегодняшняя игра, мы сейчас и посмотрим. Вот у нас первая опасная атака была со стороны ФК Алматы. Здесь вратарь справился с этим положением. У нас сегодня идет дождь. Матч проходит под дождем. Посмотрим, как ребята сыграют, но так как Наркоз у нас занимает третью строчку турнирной таблицы, не сильно так он и уступает клубу Алматы. Мяч уходит за пределы поля. Алматы будет вводить мяч в игру.
начинается у нас. Хорошо вынос. Хороший пас. Здесь перехват. Напоминаю, что спонсор трансляции у нас престижная футбольная лига Алматы. PFL Алматы.kz. PFL Алматы благодарит своего партнера Premier Team за предоставление спортивной экипировки. А мы видим сейчас нарушение со стороны ФК Алматы. Нархоз будет пробивать. Неточная подача. Уходит далеко ворот. Бұл ойын тартысқа толы болатынына күмәніміз жоқ, себебі неге десеңіз, екі команданың ойына өте шабуылға жақын. Тіпті алғашқы минуттардың өзінде Алматы футбол клубы бір өте қауіпті соққы жасап үлгерді. Және аут. Бүгін Алматыда күн жауын шашынды. Қазірдің өзінде жаңбыр жауып тұр. Алайда жаңбыр осы сүрімдердің футбол ойнауына еш кедергісін келтіре алмауда. Здесь у нас борьба. Все было чисто. Мяч остается за ФК Нархоз. Будет продолжаться атака. Уходит мяч за линию. Аут в пользу ФК Алматы. Посмотрим. Пока мы наблюдали одну опасную атаку со стороны ФК Алматы на ворот соперника, больше интересных моментов пока мы не видели. Ну, на того это пока, потому что это начало первого тайма. Спокойно вратарь берет мяч в руки и выносит его далеко по центру. А вот в пользу ФК Алматы. Ой-ой-ой, может быть опасно. Удар, вратарь здорово играет. Защитник выбивает мяч. Вау, вот это было опасно. Здорово ребята сыграли на подстраховке. Защитник сыграл, вратарь здорово сыграл. В итоге Нархоз будет подавать угловой. Подача. Здорово снова вратарь сыграл. А вот в пользу ФК Алматы. Перехват. Вот так спокойно берет мяч в руки. Вынос на правый фланг. Руки зафиксировали. Мяч в поле остается у ФК Алматы. Мы посмотрим на развитие дальнейших событий. Не, ой, на алан ортасында тоқталды. Айбалайна пас асырға өте қолайлы жағдай. Және айбалайын асырылған пас. Бұл жерде қақпашы өз қақпасын қорғап қалды және тамаша сейв жасады. Опасно было. На счету уже у ФК Алматы уже две опасные, как говорится, были игры у ворот соперника. У Нархоза одна.
борьба в центре. Здесь корпус обыгрывает игрок ФК Алматы. Вот здесь чисто было сыграно. Мяч у Нархоз. Здесь небрежно. Вынос. Мяч у Алматы. Медленно. Ой-ой-ой-ой, дорогие друзья. Ну, здесь вратарь первый на мяче. Ну, хорошо обыграл своего соперника. Мяч остается за Алматой. Здесь неточная передача. Мяч уходит в аут. Польза ФК Алматы. Мяч переходит сопернику. Не догонит, не догонит. Мяч, конечно, это была сильная передача. Выносит далеко. Подальше за штрафной. Мяч алматинцы. Мяч возвращается. Ну, здесь вроде как зафиксировали нарушение, но я думаю, здесь нарушения не было. Нархоз будет подавать штрафную своего соперника. Подача. Ой-ой-ой, мяч уходит на угловой. Напоминаю, что спонсор трансляции у нас престижная футбольная лига Алматы, pflalmaty.kz. ПФЛ Алматы благодарит своего партнера Premier Team за предоставление спортивной экипировки. Но мы видим, что угловой ребята из футбольного клуба Нархоз подали без каких-либо опасного момента ворот ПФЛ Алматы. Удар. Удар мимо. Ну, ребята пробуют, пробуют пробивать. Пока у нас счет 0-0. Прошло примерно 13 минут в сегодняшнем матче. Нархоз у нас старается развить свою атаку, но пока это у них не получается. Хорошая передача дошла до своего партнера, и здесь вратарь первый в мяче. Вынос. Мяч за ФК Алматой через левый фланг. Свеча в штрафную, здесь вратарь небрежно сыграл. Но мяч остается в поле. Нархоз тем временем старается развить свою атаку. Ой-ой-ой-ой, вратарь берет мяч в руки. Хорошо, здорово, до конца поборолся 19 номер футбольного клуба Нархоз.
Я сказал, ты виноват, да? Да! Когда сказал? Я вроде сказал, Руслан виноват в этом матче, да? Самый косячный в этом я сказал. Я так говорю. Я так сказал? Смотрим, у нас мяч за ФК Алма-Атой. Снова у нас мяч входит в аут. Да, ребята, может быть, пристреливаются, либо примеряются друг к другу. Но пока таких явных, как говорится, напоров на сторону соперника мы не наблюдаем. Ой-ой-ой, хорошая передача дошла, но здесь... Не получилось должным образом пробить поворотом. Смещение в центр и потеря. Мячом сейчас владеет на данный момент футбольный клуб «Нархоз». Счет у нас 0-0. Угловой. Угловой будет сейчас подавать футбольный клуб «Алма-Ата». Возможно, будет опасно. Смотрим. Мяча. Тоже ничего особенного и опасного за ворот не было. Я бүгін екі команда да үш ұпайды алуға барлық күштерін салатыны анық. Әсіресе Нархоз клубына бұл үш ұпай өте қажет. Себебі турнир кестесінде Нархоз футбол клубы үшінші тұрғанымен төртінші орында келе жатқан командамен ұпай сандары тең. Сондықтан плей-офф кезеңіне шығу үшін, яғни плей-оффқа шығуға сенімділіктерін арттыру үшін бүгін үш ұпай алу оларға өте қолайлы нәтиже. Дорогие друзья, у нас счет 0-0. Алма-Ата у нас в атаке через правый фланг, здесь исток. Угловой. Посмотрим, закроет же кто-то эту подачу или нет. Подача. Выносит Нархозовцы подальше от своей штрафной. Центр. Носит мяч. Точно своему. Смещение. Нарушение со стороны футбольного клуба «Нархоз». Здесь была задержка рукой игрока. Посмотрим, будет ли опасно или нет. Будет явная подача. Ну, возможно, будет и удар. Посмотрим. Исток. Ой, далеко вверх по воробьям. Здесь было непонятно, либо это удар, либо это навес. Тем не менее, футбольный клуб «Нархоз» вводит мяч в игру. Предупреждение игрока футбольного клуба «Алма-Аты». У нас сохраняется мяч за Алма-Атой. Нархоз в атаке. Передача на левый фланг. Угловой. Угловой будет подавать нархозовцы. Посмотрим, что из этого выйдет. У ребят ФК Алма-Аты намного больше рослых игроков. Подача. Но замкнуть
Ой-ой-ой-ой-ой! Снова у нас будет подавать находится угловой. Было опасно, дорогие друзья. Хороший был отскок такой. Прям ноги. Игроку футбольного клуба «Наркоз». Подача. Снова будет подача. Отбивается алматинцы. Что у нас? Судья здесь свистит, было нарушение. Алматинцы будут подавать. Подача. Хорошая подача в штрафную. Напоминаю, что спонсор трансляции престижной футбольной лиги Алматы, portal.almaty.kz. Благодарит своего партнера Premier Team за предоставление спортивной экипировки. Тем не менее, «Наркоз» у нас атаку развивает через левый фланг. Здесь хорошая борьба, снова угловой. Зарабатывает для своей команды игрок «Наркоза» под номером 14. У нас 10 номер будет подавать. Подача. Кто-нибудь закроет. Здесь у нас мяч ОФК Алматы. Аут. Вынос. Передача. Ну, здесь ударить. Угловой. Угловой будет подавать футбольный клуб «Наркоз». Бұрштама. Нарқосықтар бұрштама өте сәтті орындаған мен топ қақпаға бақыттайтын адам табылмады. Екі команданың да үш ұпайға қалай таласып жатқандарына өздеріңізде куә болып отырсыздар. Әрине, қауіпті шабуылдар әлсін-әлсін болып жатыр. Алайда, есеп ашылмады. Есеп 0-0. Мяч переходит снова к футбольному клубу «Наркоз». Уступает скорости. Игрок футбольного клуба находится, но там еще не попадает.
нарушение. Алмата будет подавать. Развитие событий. Пока счет у нас 0-0. А, вот в пользу Алматы. Бірінші таймның бітуіне санаулы ғана сәттер қалды. Және сол соңғы сәттерде екі жақтың да шабуылының күшейгенін байқап отырмыз. Алматылықтардың шабуылы нәтижесінде бір штама. Бірінші таймның соңғы минуттарында, соңғы сәттерінде бұрыштама, ол әрине өте қауіпті болуы мүмкін. Себебі бұрыштамадан гол соғылған жағдайлар өте көп. Алайда Нарқосовтар жақсы қорғана білді. Және қарымта шабуыл ұйымдастырып көрмек болған бұл жерде. Не был топ. Арине Кахпашныка. Кахпаша. Топ-то ойынға қосуға қосатын берді командаласына. Не был жерде ойын тәртіп бұзылған секілді. Нарушение. Со стороны ФК Алматы. Как реализуют этот стандарт ребята. Напоминаем, что счет у нас 0-0. Вынос. А вот в пользу нархозовцев. Сыне. Тұрыс орналған секілді. Төреші не істер екен? Осы ребята тянут время. Бұл жерде төреші тек ауызша ескертумен ғана тоқталды. Сейчас уже должен закончиться уже первый тайм. Вот-вот, как говорится, с минуты на минуту. Счет у нас 0-0. Меня из алматинцами. Будет ли вынос или нет? Нет, алматинцы все-таки делают передачу. Удар. Защитник здорово играет на козовцах. Не очень удачная игра в стеночку была. Не точно. Первый тайм окончен, дорогие друзья. 0-0. Алмата против Нархоз. Сыграли первый тайм. Увидимся с вами во втором.